размеру пряничной формы. Катаем кому как удобно. Можно в ладошках, можно форму отодвинуть от себя, отставить и на столе катать. Кому как удобно. Гончарный промысел существовал на нашей королевской земле, начиная с 13 века, что подтверждают археологические находки, были найдены черепки обжиговой печи. Живем же с вами в северном полушарии, правда? Правый берег выше, чем левый. И тому подтверждение. Нижний Новгород стоит на высоком правом берегу. Балахна и Кашу. Первый замок был изобретен в Египте 5000 лет назад. Замок имеет вот такой ключ. Представьте себе, что замки были шириной до 1,5 метра, и слуга тяжелый ключ нес за хозяином на своем плече. Что их секирой могли отсечь? Голову. О, голову. Молодцы. Так вот, злоумышленник, подходя к двери с таким замком, понимал, что за преступление может последовать наказание. Thank you.